О, поехал. А музыка вроде ничего такая, да? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это Friday Night Funkin', и модификация про Троллфейса обновилась. Напоминаю, это очень крутой мод был, в котором был вот этот дядя Трололо, помните? У Гёрлфренд он, короче, был дядя. Так как многие не помнят, мы будем проходить его сначала, а не с момента обновления, в общем-то. Ставьте, пожалуйста, лайк, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите колокольчик, мы приступаем. Трололо неделя, давайте на харде запустим. Как я уже говорил, я не знаю, может быть, конечно, вы все помните. Но я уже сам не все помню, честно говоря, поэтому давайте мы заново, а потом перейдем. Вот сейчас пройдем старую неделю, перейдем сразу к новой, и все по порядку. Все по порядку будет. Дядя Трололо! А Гёрлфренд! Моя любимая клубника! Как давно я тебя не видел? Как ты? Я хорошо, дядя Троллфейс. Так рада тебя видеть. Я скучала. О, я тоже скучал, Роза. Мне так жаль, что я так долго не мог в Америку попасть. Я был занят. О. Блин, он такой смешной здесь. А, я должен быть тот бойфренд, о котором ты так много болтал. Рад тебя наконец встретить. Меня зовут мистер Тролло. Я дядя Гёрлфренд. Пошел нахрен. А? Ой, я забыла тебе сказать. Когда он нервничает, так говорит. Извини. Ничего, это не страшно. Я понимаю, если ты испуган. Только глянь на мой размер. Нет, твой размер нам не нужен. Дядя Троллфейс, что ты планировал для нас сегодня? Как же я рад, что ты спросил. Я хотел с вами попеть, как в старые времена, Роза. И по этой причине... Та-да! Спасибо тебе! Будет так весело. Да. Ладно, какую песню нам спеть вначале? Песню радости, одна из моих любимых. Как скажешь, клубника, готов, бойфренд? Отлично, просто повторяйте за мной. Бойфренд, наверное, сказал, я тебя сейчас уделаю, старый хрен. Или что-то в этом роде. Ой-ой-ой, сейчас, секунду. Вы знаете, мне надо немного у себя потише делать, чуть не оглох сейчас, когда он завыл. Так, ну первая песня, она, естественно, достаточно будет элементарна. Это само собой. Ой, слушайте, я уже не помню. А прикольная эта музыка. Вот это я вспомнил. Не, ну что, хорошо исполняет. Ну, дядя у тебя, конечно. Вообще, родня у тебя, конечно, Гёрлфренд, я тебе скажу. Та еще. Ага. Ай-я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 й
Классно поет, мне понравилось. Ну, прям, понимаете, вот Эдуард Хилли, если бы был сейчас жив, он бы гордился, я считаю. Как же это было здорово, вы так прекрасно пели. Спасибо, солнышко. И должен сказать, бойфренд, ты пел идеально. Почти как я в твоем возрасте. Хо-хо. О, началось. Ты в окей, Энглти? Да, дорогуша. Что-то у меня тяжело. Аллергия, может, что-то в груди. Да, бойфренд, я буду в порядке. Он говорит, сдохни. Ты неправильно перевел. Возможно, мы еще споем и потом. Что бы еще хотели спеть? Я выбираю, спасибо, бойфренд. Спою песню, которую я пел, чтобы исцелять солдат. Вот такие дела. Он где-то исцелял солдат песнями. Молодец, конечно. Так. Ой. Нифига себе, вот эта песня исцеляла солдат, серьезно? Так, ты там в порядке? Хорош там.
Пара-п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 ара-
Вы слушайте. Вроде бы и не сложно, но и не сказать, что просто. Но, по-моему, я хорошо справляюсь. По-моему, все тролльские рожи должны быть довольны таким исполнением. Ты как думаешь, дядя? Дядя Ти! Дядя Ти, не хочешь нахрен пойти? Серьезно, я уже все, я понял. Ты... Давай мы на этом закончим. Я знаю, ты сейчас превратишься в сволочь, в ту еще. Не надо нам это все видеть. Езжай там обратно к себе в это. В Mother Russia или где, откуда ты там? Так. Из Америка. Потому что сейчас Америка будет полной жопа с тобой. Так. Отлично. По-моему, я лучше тебя пою вообще просто. Уделываю по вокалу по полной программе тебя, дяденька, вообще. Ой-ой-ой. Это ж не дают же расслабиться, потанцевать, убрать руки с клавиш вообще. Так. Ой-ой-ой. И короче, сейчас начнется говнище полное. Сейчас будет ад. Ад и погибель. Ну давай, поехали. Дядя Тролл, ты в порядке? Мне жутко плохо, клубника. Иди на кухню, возьми Тайлон. Не знаю, бойфренд, такого раньше не было. Бойфренд, присмотри за ним. Бедный бойфренд, сейчас посрется от страха. Так ужасно мне еще не было. Как будто меня 1000 раз долбанули в грудь. Я не уверен. Думаю, нужно звать скорую. Да. Ох уж это Russian водка, ребята. Что мы? Бойфренд, он. Ну что делать будем? Нет. Он не может. Скорую вызывайте, алло. Хотя да. Сейчас будет явно не до этого. Ну, милицию тогда вызывайте уже. Хотя и она не поможет. Дядя. Дядя Тролло, ты в порядке? Клубника. Мне нравится музыка на земле. Самое время. Я был так долго заточен. Нами пренебрегали слишком долго. Но теперь он прибыл. Дядя Тролло. Ты что говоришь? Что несешь такое? Я предлагаю вам обоим начинать бежать. Если бы у них на это мозгов не хватит, они вместо этого будут рэп-баттлить. Так, здесь, кстати, песня, по-моему, очень сложная. Мне кажется, я ее сам не пройду. Сейчас проверим. Так. Ага. А может и нет. Вроде проблем нет особо. Может дальше что-то будет? Сейчас посмотрим. Ну, как-то... Я даже и не знаю. Я пока не понял, я пройду это сам или нет. Вроде бы по здоровью все равно. Мне кажется, раньше намного сложнее тут было. Фига себе. Так, смотрите, все как нормально, все вполне. Уровень сложности какой? Хард. Хард. Вот оно чё там. Топоры там сейчас полетят. Ясно, но если топоры полетят, то это все, ребят. Это значит не для меня. Это удовольствие не для меня явно будет. Так. Ну смотрите, я даже пропустил топориков несколько штук. Поехали, сосредотачиваемся. Взял прям как хорошо, прям в хлеборезку, прям принял просто на себя целиком и полностью этот удар. Блин, это плохо. Где-то здесь я, по-моему, в прошлый раз проиграл. 1,5 минуты осталось.
Сейчас посмотрим. Так. Ага. Ага, во-во. Вот этот топор это, да. Я помню, да. Его я схватил. С упорством достойным лучшего применения, блин. Так. Ага. Отличненько, давай. Слушайте, ну тут явно намного проще все стало. Я помню, что я раньше, когда начинал, я просто сразу всирал от чего-то. Только не помню от чего. Так. Ай, ну блин, ну твою мать, короче, 40, еще 40 секунд оставалось. Вот видите, я уже приближаюсь к победе, да. Может вообще стрелочки не брать? Сорок семь секунд. А! 38. А, ну блин, я отпустил, я отпустил. Как, 38 секунд. Познакомилась с дядечкой Girlfriend. Спасибо большое. Спасибо. Родственники у тебя, мое почтение просто, понимаешь? Так. Обожаю, когда ты меня с ними знакомишь. Что с батей со своим, что с мамашей, что вот с этим вот теперь. Люблю тебя и всю твою семью, что я могу сказать. Так. Поехали, высматриваю топоры. Ага. Высмотрел. Еще высматриваю. Так. Нифига себе, я так далеко еще не убирался, по-моему. Па-п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 а. Ага. Блин, слушайте, нормально. 15 секунд осталось. Давай. Ага. Это легко было. Куда это вы собрались? Я еще с тобой не закончу. Голубой мальчик. Он не голубой мальчик, у него есть гёрлфренд. Как же он голубой мальчик? Куда это вы собрались? Не хотите помочь бедному дяде Ти? Пошел ты нахрен, дядя Ти. Дядя Ти, тебе надо, как я уже говорил, нахрен пойти. Давай вперед. Так. Папа! Что-то не так, дядя Трулоло. Я не знаю. Я не могу сейчас думать здраво. Где мы? Мы в каком-то месте. Аврора леса. Леса Авроры. Пожалуйста, поторопись, я не знаю. Что делать? Такого раньше не было. Как они узнали, что они в лесах Авроры? Ты знаешь, где это? Че, где-то табличка была? Леса Авроры или еще, я не понимаю. Как они поняли? Ну, видимо, как-то поняли. Так, наконец-то мы прошли первую часть. Мы поностальгировали, мы повспоминали. И сейчас настал момент для смотра обновы. Собственно, нам нужна финальная неделя. Сложность хард. Пробуем. Первую неделю на харде прошел. Может, и с финальной повезет. Так, вот с этого момента идет новый контент. Бойфренд, что происходит? Ты думаешь, дядя Ти? А Готи пропал, смотрите. Ты можешь прекратить пищать? Сейчас не время. Ладно, ладно. Не жаль, блин. Просто не говорил нормально, ну и все. Так. Какого? Это что за хрень? Не знаю, Бойфренд. Ну, наверное, нам надо бежать. Да как вы обычно бежите, да? Бам! А иди назад! Ублюдина! Ты меня слышишь? Твою мать. Чё, ненадолго хватило твоей гиперэнергии? Ух ты, ух ты. Так, и чё сейчас будет интересно? Может сразу это? Это я нажал R, чтобы помереть. Вот так вот мы помираем в этой модификации. Грустно, печально помираем. Сурово помираем, надо отметить. Так, ну хорошо. Хорошо, окей, окей, поехали. Давай. Еще раз. Начинай там. Это самое. Изрыгивать свою
великую мелодию шедеврально. О, поехали. А музыка вроде ничего такая, да? Так. Еще и хорошо пошло так по геймплею, да? Блин, мне нравится, классная песня, по-моему. Слушайте, а прикольно. Но он, правда, на Троллфейса уже не совсем даже похож на себя, этот парень. Но зон прям четкий. Так. Аготи пропал, почему? Ты Аготи сожрал, падла! Где Аготи? Скажи мне. Что ты сделал с Аготи? И там плакат написан, он пропал. Куда ты делал Аготю? А ну дай сюда Аготю быстро, негодяй. Так. Отличненько. Я эту песню еще буду слушать, вообще класс. Ну такие мелодии я люблю прям, подвижные и веселенькие, да? Так. Хотя это вроде должно быть страшно все, но как-то мне весело, не знаю. Я не сказал, что это такой уж страшный монстр, у него веселая музычка, че. Он вас пришел просто поразвлекать веселыми песенками, а вы уже... А вы сразу и боитесь. Че боитесь-то? Нормально все, че боитесь? Все ж хорошо. Своя рожа, дружелюбная морда, все с ней хорошо, ну че вы в самом деле? Поехали давай. Зубатик, хотя нет, ты не зубатик, ты без зубик. У тебя где зубы, кстати? Да? Да у него все зубы делись. Ага. Так. Слушайте, это же не Троллфейс, да? Это, наверное, вообще какой-то просто лесной монстр и все, да? Или все-таки это Троллфейс, я даже не знаю. Так. 35 секунд еще. Хорош, четко он раздает музыкальные рифмы, короче, направо и налево. Красавчик вообще. Ой, ты боже мой. Ой, как мы суровенько-то рожи свои корчим. Представляете? Ну и морда. Эта штука все еще гонится за нами, да, и догоняет. Твою мать. Для такой тощей штуки выносливости много. Не время шутить, бежим. Это что? Это огромное нахрен дерево. Спасибо вам, мистер Дерево. Мы не знаем, как еще долго могли бежать. Да. Спасибо большое, парень. Не за что. Вы знаете, кто этот Мудин? Да. Он доставляет проблемы с тех пор, как вошел мой в лес. Спасибо, что спасли нас, мистер Дерево. Мы можем как-то вам отблагодарить. Есть способ, как вы можете мне понадобиться. Хочу, чтобы вы были следующими для моих спор. Зачем ты его убил? Убедиться, что эта падла ничего вам не сделала. Мои жертвы не должны быть уничтожены, пока я их не использую. У меня такое ощущение, что этот предыдущий паренек был лучше, чем дерево. Мне кажется, что мистер Дерево вообще мудило полное. Вот у меня такое ощущение, я не знаю, согласны вы со мной или нет. Давайте мы перейдем во фриплей, посмотрим, что во фриплее у нас есть. Так, ремиссинс. О, смотрите, не зря зашел. Так, поехали, Rainbow Trololo. Погнали, что это такое? Радуга Trololo. Трололошная Вот это класс. Так, подождите, давайте сразу здесь посмотрим, какой тут. Ага, понятно. Я хотел посмотреть, как, в общем-то, проигрывает Эдуард Хиль, но не дано. Но не дано! Но чего-чего этого нам недоступно. О, да. Это классная идея. Ой, ребята, ностальгия какая, да? Прям по этому мему. О-ла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 -
Слушай, а из меня такой неплохой тоже мистер... Мистер Декартло получается. Мистер Тролло по-декартовски, знаешь, нормально. Так. Все, хорошо, хорошо исполняет. Исполняет от души просто, да. Исполняет просто шикарно, я считаю. Так. Оу! Оу! Ох, пошла цветомузыка. Дискач пошел. СССРовский вокалоидный дискач пошел. Нереально. Ой, давай, что это было? Так. Фига. Фига себе. Так. Что-то я там это не просмеялся как следует. Не все стрелочки нажал, поэтому мы не услышали. Ну это прикольно. Вот это прям прикольная тема, мне это прям очень зашло. Ёньки с плоньки, ребята. Замечательно. Очень интересное имя такое. Я так понимаю, принадлежит королевскому роду какому-то однозначно этот парень. Ёньки с плонки Рюрикович, да, наверное, какой-нибудь? Романов. Или еще кто-нибудь в этом роде. Ага. Красиво поет. Голос прям такой, знаете, поставленный очень, певческий нереально. Но сам по себе этот парень немного подозрительный, вам не кажется? Мне прям кажется. Но теперь мы знаем, как выглядит амонгасики Трололо. Да, если интересно, то вот мы теперь имеем возможность это узнать, как говорится. Так, ага. А-а-а, ни хрена он там, слушайте, прям. Кто это? Кто все эти люди? Кто это? Что это за мультяшки? Кто это? Пишите в комментариях, если вы знаете. Дэм Дэниел. Вот какой-то Дэм Дэниел, мистер Дэм Дэниел. Я не знаю, кто это. Ничего не могу сказать. Ага. Так. Подождите, это же Милксонг. Это сейчас был Милксонг этого. Санки. Прям моменты оттуда я узнал конкретно. Так. Опа. А это что за... Так, музыка меняется тут. Неожиданно. Я-я-я-я. Когда импостер подозрительный. Я не знаю, что сказать. Что тут можно сказать, ребят? Это стандартная ситуация. Что, вы никогда не видели амонгасиков Трололо? Они все себя так ведут. У них у всех резко меняются рожи, голоса. И они как бы мультяшки тоже превращаются резко. Вот там долбежка пошла. Главное, что Girlfriend все нравится. Слушай, Girlfriend, а как это ты не сидишь на колонке? Мне кажется, твоей жопе должно быть очень непривычно сейчас. Во! Опять Milk Song пошел. Вот так надо брать такие ноты, ребят. Так. Интересная композиция, определенно. В конце, кстати, красиво звучит. Все. Все, как тебя там зовут? Ёнкин Стонькин или как там?
Ёнькись-плёньки, да, вот. Товарищ Ёнькись-плёньки, мы с тобой замечательно исполнили. Реминист. Что это такое? Это он. Пиби! Пиби Трололо, ребята! Так, ну хорошо, я понял. Сейчас надо пройти и Пиби Трололо тоже. Слушайте, вот в чем значит дело. Так бы сразу и сказал, мы уже с этим дело имели, мы уже со многими пибями имели дело. Вот за что с тобой случилось-то, дядька. Тогда все ясно, тогда все понятно. Так, ага. Давай. Ага. Все, хорошо. У тебя там это, как его, ты, по-моему, чем-то черным очень сильно обдристался. Оно все сзади там копошится. Надо бы тебе это. Больничку-то вызвать уже все-таки пора бы. Скорую. Скорую, противопибишную скорую надо вызывать, понимаете? Противогличевую. Противогличевые скорые, они разъезжают тут везде, а где надо, не разъезжают, понимаете? Надо сюда срочно. Вызывайте! Вызывайте, понимаете? Вызывайте срочно противогличевую скорую. Ну, в самом-то деле, что же? Ну, что же вы в самом-то деле не вызываете ее, а? Как это уже так? Вот, вот как-то так, вот. Не понимаю, что. Так, поехали. Прикольная музыка тоже. Но мне больше всего понравился, наверное, все-таки вот как это в этом модификации трек, который вот был первый трек с новой недели, единственный по сути. Вот именно с новой недели, не из фриплея, который, короче, вот этого раздавил дерево, вот он пел, классная песня. Так. Ох, как мы в конце-то, а? И на этом все. Вот на этом уже точно все. Вот такая вот Trollface модификация, обновление. Вы меня сразу просили, как она вышла. Я не раз читал в комментариях эти просьбы. Пожалуйста, исполняю. Надеюсь также в ответ на вашу поддержку. Ставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пишите комментарий, жмите колокольчик. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.